Привет, друзья! В комментариях был вопрос про прыжок вперед во время рывка. Человек задал вопрос, говорит, что я делаю не так, почему я прыгаю вперед в рывке. Сейчас разберемся в две основные причины. Первое. Это, скорее всего, если вы прыгаете вперед, значит вы не выпрямляете подрыли ноги. И за счет этого, с невыпрямленных ног, вы делаете удар. Соответственно, вам никуда не остается, как только сместиться вперед. Вторая причина – это все подрывы воспринимают за подрыв. Специально, нарочно бьют лобком, либо бьют бедрами, штанга летит вперед, за ней надо лететь спортсмену самому, представляться. Сейчас я продемонстрирую две ошибки. Первое – это если не упрямлять колени до конца в подрыве, то есть получается такая история. Второе – если отбиваться сильно. То есть при соблюдении базовых норм, при удержании на крыльце, при подрыве вверх снаряд, соответственно, летит вверх. И вам ничего не остается другого, как только ровно под него подставится. И прыгай вперед. Тренируйтесь правильно. Всем здоровья.